Улица Коммерческая, несмотря на свою удаленность от центра, хорошо знакома автомобилистам нашего города. Транспортный выезд из Бреста известен не только своим сопряжением с трассой М1, но и ухабистым дорожным покрытием, все прелести которого особенно ощутимы в дождливую погоду. И это неудивительно. Ежедневная нагрузка на асфальтное полотно просто огромна. Сотни большегрузов курсируют по этой транспортной артерии в направлении Минска и Москвы, а предыдущий ремонт на данном участке был много лет назад. Поэтому появление дорожно-ремонтной техники здесь долгожданно и необходимо. Длина улицы почти 2 километра. Работы предстоят очень большая, особенно в начале фрезерования. Пришлось даже сделать так, что мы докопались до нижнего слоя, до щебня. И придется ложить два слоя усиленных. Поэтому работа предстоит тяжелая. И придется немножко потерпеть нас. Объем предстоящих работ на этом участке большой и основательный, но хорошо знакомый дорожникам. Поэтому к качеству отремонтированного участка у автомобилистов претензий не будет, заверяют сотрудники ДЭП. Полотно очень сильно устарело уже нуждается в капитальном ремонте. Снимаем здесь асфальт, делаем двускатный уклон, делаем обочину. И как бы все получается. Через недельку уже, я думаю, будет уже новенькая дорога. Люди будут спокойно ездить и не жаловаться на дорожников. Те темпы и количество специализированной техники лишь подтверждают это. Сегодня на Коммерческой работают сразу две дорожные фрезы, подготавливая покрытие к дальнейшим работам. К концу этой недели закончим с фрезерованием и приступим здесь. Местами, частично будет выравнивающий слой ложить, потому что тонкие слоя были и вскрыли аж до земполотна. И будем потом укладывать верхние асфальтобетонные покрытия. На следующей неделе, если мы приступим к асфальтированию, если с погодой будет все хорошо, видите, вчера дождь был, помешал нам работать. Я думаю, за следующую недельку все уже можно будет разметку наносить. Приятным бонусом для автомобилистов станет новая парковка у здания Госавтоинспекции. Также будут установлены несколько дождеприемных колодцев для устранения подтопления дороги в дождливую погоду. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буг-ТВ.